Аким Тараза Кайрат Досаев встретился с представителями старшего поколения. В ходе мероприятия, которое проходило в открытой атмосфере, были обсуждены ряд актуальных вопросов, касающихся социальной поддержки ветеранов и пожилых людей города, а также темпов социально-экономического развития областного центра. Встречи представителей исполнительной власти с ветеранами войны и труда всегда имеют особое значение, ведь это большая ценность услышать мнение людей с большим жизненным опытом и поделиться с ними планами по дальнейшему развитию Тараза, что в ходе традиционной встречи с уважаемыми старейшинами и сделал аким города Кайрат Досаев. В частности, градоначальник подробно рассказал о реализации проектов, посвященных предстоящему празднованию 80-летия Жамбылской области, в том числе строительству комплекса «Шахристан». Кроме того, в рамках решения жилищной проблемы социально уязвимых слоев населения в 15-м микрорайоне в Таразе ведется строительство сразу 8 общежитий. 4 из них планируют сдать в эксплуатацию уже в октябре текущего года. Главная идея строительства общежитий заключается в том, что там будут предоставлять временное жилье, особенно остро в нем нуждающимся. А когда люди по своей очереди получат уже отдельные квартиры, они должны освободить комнаты в общежитиях для других жильцов. Также старейшины обратились к акиму города с просьбой оказать содействие в установке мемориальной доски в память о бывшем руководителе Совета ветеранов войны и труда Саги Жабасова. Устроили с этим делом какую-то непонятную волокиту. То одни им нужны документы, то другие. А речь идет об установке мемориальной доски в честь ветерана войны. Мы должны чтить память этих людей. Как всегда, ветеранов интересовал широкий спектр вопросов, льготы, здравоохранения, культура и работы по ремонту дорог. Нургали Сабитов, Азат Байтимир, 77 News.